111-я гвардейская Кёнигсбергская краснознаменная ордена Кутузова второй степени артиллерийская бригада отпраздновала свое 85-летие. Большая история бригады наполнена боевыми заслугами, ратными буднями, трудовыми и культурными традициями. Праздник объединил не одно поколение офицеров, прапорщиков, солдат и служащих. 111-я гвардейская артиллерийская бригада сегодня отмечает свое 85-летие. Это одна из старейших артиллерийских воинских частей нашей Родины. Сражалась в Великой Отечественной войне, более чем 50-35 крупных сражениях участвовала, более 100 тысяч снарядов на нацистов выбросила. Вот, завоевала своей кровью такое заслуженное звание, как гвардейское. Одна из первых получила звание гвардейское за оборону Москвы. Вот, на данный момент 111-я артиллерийская бригада продолжает данные традиции. Представляете, 85 лет. А этот праздник в нашей стране чтится в артиллерии, спокон веков считалось это бог войны. Потому что благодаря работе артиллерии мы будем сохранять жизни общевойсковых подразделений. Обширная праздничная программа включала в себя торжественное награждение, тематическую выставку вооружения военной техники и угощение настоящей солдатской кашей. Участники мероприятия и все жители города могли примерить на себе роль служащего и протестировать современное оснащение бригады. 85 лет коллективу бригады – это три поколения отцов, дедов и сыновей. Мы идем в ногу со временем, изучаем современный опыт боевых действий и внедряем его в нашу жизнь. Тесное взаимодействие с учебными заведениями – одно из направлений нашей деятельности. Военно-патриотический клуб «Волод», школы города Каменец и Каменецкого района, города Бреста и всего Брестского гарнизона. Это те результаты, которые наш коллектив достиг за сравнительно небольшое время. Молодое поколение воинов сегодня сохраняет боевые традиции части благодаря своим предшественникам, в которых заключена сила примера самоотверженного выполнения воинского долга. Присутствующие почетные ветераны подтвердили статус значимого мероприятия объединяющего поколения. 20 лет был служащим в армии. Уволился в 2006 году. С работы. Когда посмотрели книжку, 50 лет стажа. Кульминацией праздничного дня стало проведение торжественного собрания и награждения военнослужащих разных лет за достигнутые высокие результаты в боевой подготовке, примерную воинскую дисциплину, активное участие в военно-патриотической работе и выслуги лет. Представители вертикали власти поздравили и подчеркнули высокий уровень боевых наград 111-й гвардейской артиллерийской бригады. Искренне приятно поздравить вас с этой знаменательной вехой, днем образования и создания части. Немалый исторический путь, на вашем знамени два боевых ордена, более 60 лет вы уже связаны тесно с землей Брестской области, с землей города Бреста. Я прежде всего хочу поблагодарить ветеранов, низко поклониться им за тот ратный труд в том создании сплоченного коллектива вашей части. Сегодня мы много делаем вместе. Это начиная с патриотического центра и прежде всего внося вклад в ту безопасность нашей страны. Мир – самое главное условие для созидательного труда белорусского народа. И ради мира в нашей стране стоят на защите Отечества вооруженные силы Республики Беларусь. И несомненно, что мир и стабильность будут обеспечены благодаря 111-й гвардейской артиллерийской бригаде. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.